Итак, ребята, всем привет! С вами канал GameDop, это игра Terraria. И мы продолжаем погружаться все глубже и глубже под землю. Ну чё, не будем медлить, приступаем. Так, падаем, падаем, падаем. Сейчас должны притормозить. О, отлично. Мы даже не разбились. Так, вот эта водичка нам мешает. Сейчас мы выкопаем ямку. Она сюда вся стечет. И она нам не будет больше мешать. О, отлично. Теперь спокойно берем, копаем дальше. Копаем, копаем, копаем. Пока все тихо, тихо и спокойно. Там где-то слышно зомби кричат. Ну, опять вода снизу. Что-то эта вода меня уже кумарить начинает. Куда ни пойдешь, везде вода, 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 вода. Так. А что с этой водой делать? Тоже нужно куда-нибудь копать, чтобы эта вода куда-то в бок ушла. Так, тихо, тихо. Кислород нужен мне. Дыши, дыши. Куда-нибудь докопаем. Так, медь. Медь — это хорошо. И только одна палочка осталась неоновая, которая можно под водой греть. Я не батюшу копаю. Копаю наугад. Не хочу последнюю палочку тратить. Слишком много воды. Она нам сильно мешает. Кислород, кислород. Хоть более-менее что видно. Сейчас медь покопаем всю. Она нам нужна. Было раньше очень. Сейчас это не очень нужно. Так, так, тихо, тихо. А-а-а, воздух, воздух. Отлично. Так, нужен, короче, до фэншуя наш фонарь довести.
Так. Шо? Что-то пока конца не видно. Копаем куда-то наугад. Опять воздух, да. Дыши, дыши. Ты под водой плохо дышишь. Потихоньку вода, конечно, уходит. Так. По старой стратегии. Тут копаем яму. Сюда вода вся переходит. И мы здесь строим стеночку. Отлично, я там вижу пространство. Пространство немного, но все же. Так. Еще ширину прокопаем, чтобы вода отсюда ушла. Во. Почти идеально. Так, кислород, кислород. Еще один разочек. Все. Тут нормально. Строим стенку. Теперь здесь. Так, если не ошибаюсь, это тоже пустота. Отлично, вода куда-то уходит. Не знаю куда, но чуть-чуть воды ушло. Ладно. Отлично. Главное, что мы воду с туннеля отсосали, как говорится. Нужно копать дальше. Хочу медь. Тут уже медузы всякие. Мне уже страшно, честно говоря. Ты чувак. Что это было? Что это было? Что это было? Никуда. Короче, меня фигня какая-то убила. Сейчас мы ему дадим люлей. Я неудачник.
Так, здесь опять вода. Куда ее девать? Фиг его знает. Попытаемся по старинке со стороны прокопать емкость, туда вода вся лишняя перетекла, нам будет легче. Ну там воды богатенно, долго копать придется, чтобы столько воды можно было сюда перелить. Так, что здесь? Опа-на, это уже получше. А ну. О. Во. Это мне уже нравится. Так. Так. Еще куча воды все равно здесь. Кислород. Так. Фонарь поставить. Бо я не вижу, куда копать. Так. Копаем куда-нибудь, чтобы тоже опять слить воду эту и все. Воды много, копать много. Сейчас бы в идеале какую-то пустоту найти, чтобы туда это буду слить. Аметисты? Ух ты! О, аметисты всякие, надо копать их. Они редкие, по идее. Кислород, кислород. Так, вот еще аметисты есть. Копаем, копаем, копаем. Кислород.
дышать, 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 дышать. Да. Тут капец много воды, конечно. И сливать ее некуда. Я вижу пустоту. Ой, здесь какая-то пустота есть. О, я пробил что-то. Отлично. Отлично. Конечно, это не идеально. Сейчас еще чуть-чуть покуем что-нибудь. Уже гораздо лучше, чем было. Потихоньку наш туннель можно продлить. Да. Супер. Это супер. Мы избавились от воды. Это восхитительно. Ого, там глубоко. Походу свинец. Да, я угадал, это свинец. Покопаем его. Покопаем свинец, свинец. Все. Нема свинца, нема свинца. Такое слякоть какая-то.
Ладно. Мы копаем дальше. Все глубже и глубже. Ну, вроде бы пока красиво идем. Медь. Я нашел медь. И много меди. Ну что, копаем ее. Медь вроде бы металл неблагородный, но попадается редко. Так. Все глубже и глубже идем. Вижу снизу опять синеет что-то. Это опять та долбаная вода. Она заколупала уже. Смотрите, сколько я уже прокопал. Шикардос. Вода, 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 везде вода. А, я же говорил, вода опять. Так, и что его делать? Серебро, ух ты. Так, вода, 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 вода. Кислород.
Не весело. Ого, ого. У меня хп нема. По старинке со стороны копаем. Какую-то ямку. Я провтыкал, я сейчас сдохну. Господи, да блин. Я провтыкал. Вот, блин, зараза. Зато там теперь снизу вода, можно не тормозить. Я думаю, воду он не разобьется. Фантастика, я не разбился. Кончается, кончается вода. Блин. Эта вода не уменьшается. Там что, так много воды или что? Так, кислород, кислород. Вода не кончается. Кислород, кислород. Кислород, кислород. Попасть не могу. Блин, теперь мне рисковать нельзя, потому что у меня хп мало. О, наконец-то. Потекла водичка. Так, так. Немного, но утекло водички. Так. Тут копать уже смысла нету, наверное. Тихо, 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 тихо. Боже. Так. То есть все надо переработать. Это все надо переработать.
Здесь факел поставить. Отлично. Теперь будем здесь копать. Куда копать, не знаю. Кислород, кислород. Так, копаем дальше. Пока прогресса никакого не видно. Кислород. Вот. Так. Попробуем вниз покопать. Так, кислород, кислород. Подышали обратно в воду. Давай. Я там, короче, заметил пустоту через 4 квадрата под ногами. И там какая-то фигня прыгает. Сейчас мы ее затопим. О, отлично, отлично, отлично. О, шикарно. Прогресс потихоньку идет. Так уж копать некуда. Блин, да что с водой делать? Она никуда не уходит. А тут чего дальше? Ничего интересного. Облом. Вода, вода, вода. Куда ж ее избавить от ее? Попробуем туда покопать.
Опана, красота. Так, снизу один кубик. Что? Паутина. И сюда. Отлично, там большой тупик. Сейчас всю воду туда сольем. Ништяк, а ну что снизу? Ого, там глубоко. Ну ничего, тут все, вся вода ушла. Ага, не вся вода ушла. Сюда эту всю воду и сольем. Ну, уж, конечно, не всю. Но чем больше, тем лучше. Какая-то штука синяя, интересно, что это такое? У меня какие-то камни какие-то крутые. Так. Поднимаемся, поднимаемся. Сливаем. Сливаем, сливаем, сливаем. Блин, вообще почти идеально. Все, сухо, наконец, сухо. Демоническая руда. Такое тоже первый раз нахожу. Блин, капелька воды осталась. Ну, капельку воды мы сейчас точно сольем сюда. Так, вот там тусуйся, водичка. А мы можем спокойно дальше копать, да? Да. Фух. Ну, наверное... Блин. Уже спать хочу, уже язык заплетается, ребят. Ну, наверное, все. Ой, третий коп закончен. Мы уже прокопали примерно... Если это 100, это 50... Примерно уже 35%
Так что нормально. Всем спасибо за внимание. Пока.